главное музыкальное событие страны – Eurasian Music Awards 2018 обещает быть самым масштабным и впечатляющим. И пока подготовка к этому вкусному шоу продолжается, мы, в свою очередь, не перестаем рассказывать вам о наших номинантах. И сегодня речь пойдет о мужской половине казахстанского шоу-бизнеса. Самые сильные, самые мужественные и самые голосистые супергерои нашей музыкальной вселенной. Да-да, девушки, поближе к экранам, ведь сегодня мы поговорим о номинации «Лучший исполнитель». И открывает наш список брутальных красавчиков Алан Черкасов. Этот музыкальный супергерой стремительно набирает обороты и выпускает хиты, которые так и въедаются в память своими мотивами. Он непредсказуемый и шустрый, как Дэдпул. А вот покажет ли нам Алан, что такое жара на главной сцене премии EMA-2018 и заберет ли себе заветную награду, покажет время. Хочу туда, где жара, накроет волной, ты будешь рядом. Молниеносно, словно флэш, врывается в номинацию «Лучший исполнитель» Адильжан Умаров. Певец, танцор и просто красавчик захватил сердца всей прекрасной половины страны. Ох, девчонки, готовьтесь отдавать свои голоса на нашем сайте www.muzon.tv. Не стесняйтесь, поддержите любимого артиста. Шаралата, шаралата, шара-жара-жаралата, карамата, карамата. Очаровал своей музыкой сердца многих и Кентал. Мужественный, откровенный, такой настоящий. Прямо Капитан Америка. Достоин он или нет победной статуэтки EMA-2018? Выбор за вами, дорогие. Голосуйте, ведь именно вы решаете, кто же получит это гордое звание «Лучший исполнитель». И если есть другая жизнь, то я найду тебя. Не уступает в брутальности и харизматичности Турал. Этот парень горячих кровей своими песнями буквально колдовал женское население страны на зависть остальным музыкальным героям. Ну просто железный человек нашей эстрады. Поможет ли его стойкость одержать победу? Дело за вами. Все танцуют, она слезы льет, слезы льет. Все танцуют, она слезы льет, ждет, что он придет. Все танцуют, она слезы льет. Трепещите, соперники, кричите от радости поклонницы. Кайрат Нуртас Халком врывается в нашу музыкальную вселенную EMA. Его имя и хиты в свое время наделали много шума. Он один из самых любимых артистов казахстанской публики. Интересно, как же сейчас проявится народная любовь? Конечно же, голосами. Так что, дорогие фанаты, смело отправляйтесь на наш сайт www.muzon.tv, чтобы поддержать своего кумира. С одного удара могучей музыкальной руки, словно Тор, попадает в наш список номинантов знойный Абдулкарим Каримов. Зеленоглазый красавчик знает, как своим творчеством растопить самый крепкий лед. А вот получится ли у него одержать победу в номинации «Лучший исполнитель» — это уже решает ваша судьбоносная рука. Оставим место для романтики. Уверенная походка супермена идет навстречу к званию «Лучший исполнитель» и Айкын. Утонченный, изысканный и чувственный певец с первого взгляда влюбляет всех в свое творчество. Дойдет ли он до главной сцены премии EMA так же уверенно, как его музыка шагает по стране, решайте вы, дорогие зрители. А здесь у нас знаменитый Робин, неповторимый певец Марсель. Как по взмаху волшебной палочки, он оказался следующим в списке номинантов. Этот исполнитель нежным вокалом проник в сердца поклонников и решил остаться там навсегда. Войдет ли его имя в историю музыкальной вселенной EMA-2018, покажет время и ваше активное голосование. Садағы жан санаулы қолдар Алас армас менің асыл арманыма.
На очереди «Черная пантера» казахстанской музыки Ернар Айдар. Певец уже потирает ручки в предвкушении заветной награды и готовится захватить своей музыкой не только ваши сердца, но и главный приз категории «Лучший исполнитель». Случится ли это? Все в ваших руках, дорогие зрители. Завершает список номинантов мощноголосый Алишер Каримов. Певец просто взорвал своим появлением нашу музыкальную вселенную, как когда-то это сделал Аквамен в комиксах DC. Концерты, песни, клипы – все у этого артиста сделано со вкусом и изюминкой. Но достаточно ли этого будет для победы в номинации «Лучший исполнитель»? Может быть, да, а может и нет. Имена номинантов названы, а количество тестостерона на один квадратный телевизионный метр просто зашкаливает. Голосуйте, друзья, голосуйте, ведь у вас еще есть время. Смело заходите на наш сайт www.muzon.tv и отдавайте свои голоса за любимого исполнителя. А мы хотим снова напомнить, что состоится Евразийская музыкальная премия 26 августа в столичном конгресс-центре Астана-Экспо-2017. И все это благодаря нашему генеральному спонсору – компании «Технодом». Нас также поддержали торговая марка «Асу» и торговая марка «Пепси». Билеты можно приобрести во всех точках продаж «Кассир KZ», а также на одноименном сайте. Следите за дневниками премии вместе с нами и будьте в курсе самых свежих подробностей. Пока, дорогие!